Hello, народ, с вами Кэксти Винтер, и сегодня мы продолжаем проходить ивент Metaverse Champions, ребят. И сегодня я хотел показать вам, как получить розовый сундук в игре под названием Daycare The Story 2. Но перед тем, как я начну показывать вам, как это все проходить, я прошу вас подписаться на мой канал, прожать лайкосик, ну и также зайти на мой дискорд-сервер. Ребят, даже если вы уже там находились, то у меня сейчас новый дискорд-сервер, потому что старый дискорд-сервер мне крашнули прошлые админы, поэтому, ребят, ссылочка в описании на новый дискорд-сервер, вступайте и общайтесь вместе со мной. Что ж, ну а мы идем проходить ивент. Для начала вам нужно зайти в автобус. Итак, ребят, когда вы здесь появились, ваша задача найти 5 частей тела робота в этом доме. Они могут разбросаны быть абсолютно по всему дому, то есть они у вас, скорее всего, будут не в таких местах, как у меня, ведь они спавнятся рандомно. И поэтому вам придется самим искать, но в целом это не так уж и сложно, я думаю, что вы запросто их найдете. Но сейчас можете посмотреть, как это сделал я. Итак, ребят, вот я вижу уже первую часть тела, давайте мы ее подберем, да, это было на самом деле запросто, как мы ее нашли, и теперь давайте искать дальше. Вот еще одна у нас рука есть, получается, когда мы собрали ногу, теперь мы собрали руку, это на самом деле действительно очень просто, и тут я пока что ничего не вижу, поэтому давайте пойдем посмотрим на втором этаже, возможно, там я что-либо найду. Да, ребят, сразу же тут нас встречает еще одна нога, и смотрите, ребят, нам всего нужно 5 частей тела собрать, получается, я уже собрал 3, и мне нужно еще 2 части тела собрать. Оп, вот еще одна рука, и получается, сейчас нам осталась последняя часть тела найти, и буду сейчас ее искать, получается. Опа, ребята, я нашел, вот смотрите, где находится, вот женская комната, вы сюда заходите и подбираете данное тело. Все готово, ребят, теперь вам нужно просто нажать вот на вот эту вот кнопочку и смотреть, что тут сейчас будет происходить. Искры, киловатт, ну да, сейчас она нам что-то расскажет, и она говорит нам пойти в кафетерию. Окей, значит, мы теперь идем в кафетерию и смотрим, ребята. А, ну да, нас сейчас телепортировало, но ничего страшного, ребят, сейчас эта сцена пройдет, и вы сможете зайти назад, так что не переживайте. Вот, как мы видим, здесь находится секретный проход, и сейчас мы должны в него зайти, и там можно уже будет подобрать этот сундук долгожданный, ради которого мы как раз таки это все делаем. Но прошу заметить, что у нас есть не так уже много времени, ведь через 4 секунды нас телепортирует. Что же, ребят, тогда идем сейчас подбирать данный сундук, и в принципе, да, вот, смотрите, здесь даже написано, что кто прошел этот ивент. Да, все, ребят, я все прошел, мы, получается, получаем данный сундук, я был вознагражден этой коробкой, ребят, и, собственно, думаю, что на этом, ребят, мы будем заканчивать ролик. Вступайте в Discord, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосики. С вами был Кэксти Винтер, и всем пока-пока-пока. И...